Всем привет, и я Скиф, это Oxygen Not Included. Продолжаем играть, продолжаем развивать нашу колонию. И здесь, в общем-то, намечается перестройка. Я чуть ума не приложу, как сюда Фрэнки смог забраться. Я здесь переставлял Рабабура, потому что там температура высокая, решил заранее это все сделать. Но что-то пошло, как обычно, не по плану. Из реголита вы умеете строить лестницы? Нам надо, чтобы вот эту лестницу построили, потому что у него тут явный перегрев от солнца. Он уже получил, наверное... Ожог этот солнечный. Все, сваливай оттуда. Аллилуйя, блин. Горе-строители. Так, ну-ка, получил он, да, солнечный ожог получил. Но, в общем-то, это не особо страшно. Также здесь у нас теперь идет подача кислорода. Давай посмотрим. Она у нас должна быть не такая лютая уже, да? Давай ее уменьшим значительно так. Потому что основная наша стройка будет сейчас разворачиваться именно вот здесь. Ну, может быть, не прямо сейчас, да? Потому что я запланировал небольшую или даже большую перестройку. Так как вот эту систему мы уже обкатали, она, в общем-то, рабочая. Но отсюда жидкий водород тянуть прям до ракеты, это будет, конечно, геморрой тот еще. Поэтому я решил всю эту систему построить там. Я теперь знаю, как это все сделать. Считай, обкатали, да, всю эту систему. Придется, конечно, заморочиться, но, по-моему, лучше будет именно там ближе просто это все дело построить, нежели отсюда потом как-то пытаться жидкий водород в трубах доставлять. А тем временем в очередной раз наш доблестный Ашкан летит за ресурсами. Один всего лишь грузовой отсек, к сожалению, но а что поделать? По крайней мере, он у нас может полететь достаточно далеко, ну, относительно, конечно. Так, убираем. И отправляем. Отправляем опять-таки сюда, потому что здесь есть засмола и Необий. Необий и Фуллерен. Наверное, Необий и Фуллерен, наверное, даже будет сейчас предпочтительнее начать миссию. Давай, отправляйся. Проблем с кислолитом у меня уже практически нет, поэтому жидкий кислород, я думаю, смысла особо нет производить. Да, у нас тут как бы альтернатива жидкому кислороду — это кислолит, и у меня... Производство, как бы, мягко говоря, налажено очень даже неплохо. Он улетает. А здесь еще 666 килограмм кислолита. Я думаю, тут надо по 1300 где-то в один этот вмещать в ящик. Потому что это нужная доза для полетов на данный момент. Вот типа того. По 1300. Там если чуть-чуть больше понадобится, то мы можем чуть-чуть больше дать. Но 1300 это на данный момент прям норм. Хотя может быть 1500. Или 1600 там по максимуму. А, ну давай 1500. Мне 1600 пока что ни разу вообще в принципе не пригодилось. Поэтому 1500 будет нормально. Ну и само собой нам вывод водорода пока что отсюда не нужен. Он у нас пойдет вообще в другую сторону по факту. Поэтому пока что это удалим. Плюс подача воды грязной. Вот эта вот ветка нам тоже не нужна. Мы вот отсюда ее поведем сюда. В принципе, не особо далеко и тянуть. И где-то здесь мы организуем помещение, в котором у нас будет производиться все то, что я запланировал. Так, вот здесь еще немножечко расчистить. И сюда, наверное, вглубь будем расчищать. Тут еще, смотрите, грязь у нас имеется. Это, по всей видимости, слизь перешла вот в эту форму, в грязь, в общем-то, да, от температур высоких. Потому что здесь метеорит продолбили прям так нормально на самом деле. Как я уже и говорил, расчищаем здесь плацдарм под будущее наше охлаждение и сжижение, в общем-то, водорода. Здесь где-то будет ракета, надо все спланировать так, чтобы ракета могла еще получиться достаточно длинной. Ну, я думаю, где-то здесь, потому что в вакууме, да, чтобы у нас температуры там все эти рассасывались. А здесь именно будет охлажденница. Ну, единственное, надо еще как-то сюда все это подтянуть. Займет это определенным дофигище времени. У меня тут еще, кстати, возможность есть немножечко суперхладогена сделать. Но я думаю, мы как-то вот этот сольем. Как-то его надо попытаться слить. Потому что я его тут уже как бы залил.
Его отсюда достать будет не так-то, блин, просто. В идеале его как-то куда-то выкачать. Надо будет как-то это дело провернуть. Плюс трубу уже начали прокладывать, да. У нас тут грязная водичка пойдет сюда. И я думаю, мы переработанную будем напрямки в космос там. Вот, жди, она у меня сюда сливаться будет. Так, ну да, здесь я пока что раскапываю. Хотя, по идее, надо с этой стороны раскапывать. Подожди. Потом мы тут лестницу уберем, все это сделаем. Здесь будет насос, и он сразу будет, наверное, сюда куда-нибудь вакуум подавать. Чтобы нафиг нам эта вода переработанная нигде особо-то не понадобится и не потребуется. По идее, это не так-то и много циклов должно занять. По идее. Хотелось бы верить. Ну и парочку, наверное, придется поставить складских отсеков. Да? Чик-чик-чик-чик. Куда вот, допустим, тот же реголит стаскивать, а он занимает дофигища. И если посмотреть по заданиям, у нас же там новые дубли есть, то Лем у нас тут уже немножечко прокачался. Давай мы его дальше прокинем. Раз. Кто еще у нас прокачался? Элли практически прокачалась. Эти у нас ребята тут уже давно прокачаны по всем профессиям. Ну и, в общем-то, пока все неплохо. Ракета наша уже летит в обратную сторону. Главное, не забыть про нее. Наконец-то ракета вернулась по классике. Как только я открываю дверь, начинается тут звездопад долбанный. И что-нибудь нам тут успешным образом ломают. Не всегда, конечно, но, блин, частенько. О, там у нас даже что-то... Ой-ой. Так, давай, закрывайся скорее. Здесь нам надо разломать. И выпустить нашего дублика. Пусть валит. Так, сваливай. Дальше смотрим, что он... Что же привезли, да? По итогу, фуллериан. У-у-у. В этот раз даже бодренько так. Еще и необия привезли. Опустошить. А необия, напомните-ка мне. Это что? Это то, что нужно. Но нужно его слегка так побольше, чем есть у меня на данный момент. А что-то у меня его вообще мало показывают. Возможно, он где-то здесь валяется, нет? Надо бы где-то, кстати... В каком-нибудь хранилище, наверное, необи выставить. Я что-то так вдруг подумал, да? Потому что, в принципе, они его таскать-то никуда и не могли. Только ж где, в какой вкладочке находится именно необи? Сырой металл. Медная руда, сталь. Редкий материал, может быть. Необи же по-любасу редкий. Вот сюда, пожалуйста, да? На 8. Притащите. У меня есть подозрение, что с этим камнем явно что-то не так. Так, хорошо его копать, потому что он что-то явно не выкапывается. Ладненько. Я думаю, еще один полет это все дело поправит. Пока эта ракета летала, у меня тут уже практически второй загружается уже, да, второе хранилище. Почти наполнилось, поэтому, ну, как я и говорил, проблем с кислолитом теперь вовсе нет. У нас огромное количество панцирных тут пуфов, вообще в целом пуфов. И они не испытывают каких-либо трудностей им на данный момент. У них все хорошо, они там, ну, чуть-чуть голодны внезапно. А, ну, потому что они кислород жрут с этой, прям с бодрой такой скоростью. Кислород теперь не успевает, хотя жди, успевает. Все нормально, они просто... Хз, с ними что, короче. Глупые животные, что с них взять? И нас периодически кто-то дострессует. Вот это, конечно, неприятно. Заправка кислолитом теперь осуществляется очень просто. Выделяем какой-нибудь один, значит, контейнер, да, с этим самым кислолитом. Вернее, даже не так. Нам надо здесь сделать приоритет больше, чем там. Оп. Так, стопэ. Слегка так перебор, наверное. Но это не точно. Сейчас посмотрим. Этот момент еще надо продумать. Тут я никак не могу лимитировать загрузку. Походу, нет. Ну-ка, ну-ка, сколько ты туда его запихнешь? По идее же больше, чем нужно, не можешь запихнуть, я надеюсь. 720, там еще идет подача. Я думаю, достаточно. Я думаю, достаточно будет, не? 1100. Хотя, может, и нет. Ладно, шкан, назначаем тебя. Беги обратно. И я только до сюда лечу. А нам надо, по идее, за смолом и за смолой и необием, наверное, вот сюда еще слетай, да?
либо с разведывательными целями. Но только разведывательные цели нам зачем? Чтобы доизучить биологический и туристический модуль. Но они нам прям сиюминутно не нужны вовсе. Поэтому делаем еще как. Блин, мне надо еще чуть-чуть буквально. О, чуть-чуть. То есть можно вот так вот дозировать, да? Блин, а как вот как-то автоматически задать? Надо подумать на эту тему. Есть ли тут такая возможность, чтобы какое-то лимитированное количество? Не, чересчур-то не надо. Вот 1200, допустим, уже зарядили. По-моему, где-то 1300 мне надо для того, чтобы долететь. То есть, смотри, 29 1400 буквально. Чуть-чуть не хватает. Эту самую чуть-чуть мы можем вот отсюда докинуть. Давай, произведи нам буквально ни о чем тут надо. И полетим. Отправляем ракету. У меня такое ощущение, что здесь все-таки как-то забагался какой-то кусок один. Сейчас заодно и посмотрим, так ли это или не так. Неплохо было бы, да, двери бункера открыть для этих целей. И мы теперь полетим сюда. То есть мы слетали сюда за необием и фуллереном. Но что-то как-то подозрительно мало необи. Я что-то не успел засечь. У меня сейчас показывает, что его доступно только что-то там 35 килограмм. Да, но это как-то ни о чем. У меня же еще с прошлого прилета есть там. Я же один разочек за необием летал. Ладно, посмотрим. У меня такое ощущение, что тут как-то что-то немножечко все подзабагалось. Что не исключено. Вот этот блок надо бы как-то раскопать. Ну, тут вообще как баги они, конечно, есть. Капец, тут, конечно, на самом деле еще труп. Во-первых, водород надо подвести. Я тут уже пробросил, тут уже такие магистрали, получается, не кислые. Но это еще ладно, полбеды. Теперь еще надо электроэнергию туда подвести. Энергию солнца я там не смогу юзать, потому что там надо гораздо больше солнечных панелей. Поэтому мы подтянем вот отсюда, наверное, электроэнергию. Поэтому придется вот здесь вот этот кабель разрушить. Да, у нас вот целая вот эта вот ветка была. И как-то вот отсюда этот кабель. А хотя у нас жди, тут один всего лишь идет, да? То есть главное сюда вывести, и тут уже рядом мы как-то это все дело проведем. Единственный, как бы, вопрос такой, как вывести. Потому что тут что-то прям как-то очень странно все проброшено. А хотя, относительно странно, монтажный провод, железо 19 тонн, за глаза хватит, могу себе позволить. А вот так? На самом-то деле, а чё? Почему нет? Мост монтажного провода используем. И здесь дальше монтажный провод вот так вот прокладываем. В принципе, повдоль, без особых на то проблем. Кстати, я так подумал, наверное, теплоизоляции надо бы сделать. Я ее тут особо много-то не могу, в принципе, сделать. Но давай вот на все, короче, всю изосмолу туда тратим. Без налита-то явно дофигища 254 тонны. Тростниковое волокно еще есть. Хотя скоро отлетит такими темпами. Но, что, если что, я могу, конечно, попроизводить. Загрязненной воды вот этой, конечно, не особо-то много. Но мы можем подачу грязной воды наладить вообще откуда-нибудь отсюда. Тут ее дофига и больше. Тут вообще только вот это снабжается этой грязной водой. Единственное, что трубы, конечно, знатно придется позаморочиться, чтобы пробросить. Но, в принципе, это не так-то далеко. Я просто думаю, что здесь вот нижний слой, наверное, надо явно делать из, ну, абсолютной теплоизоляции.
И вот безналит всякий, вот это все надо отсюда, конечно же, утаскивать. Давай. Стаскивайте все нафиг, потому что здесь будет жидкий водород, по идее. Здесь будет у нас охлаждение. А у меня появился более коварный план-то на самом деле. Можно вот это все выкопать, потом это снести, все сюда упадет, не придется ничего стаскивать и закрыть здесь уже той теплоизоляцией, которая нам нужна. Короче, я немножечко вспышку с кислородом продолбил. Там немножечко надо перераспределить, в общем-то, подачу водички, чтобы у нас пошло производство кислорода нормальное. Так, там сейчас еще ракета прилетит, поэтому открыть дверки. То есть суть в чем-то, у меня воды-то много, вот тут как бы, да? Я решил отсюда подачу наладить вот сюда, короче, сюда и на ту ветку. А эту ветку мы снабжаем с другого, короче, гейзера, вот с этого. Пока что так. Потому что у меня там производство особо металла никакого не стоит. Вроде бы. Что тут? Сталь пытается произвестись. Поэтому у нас вот отсюда мы водичку брали. Она здесь особо не копится. Ну и в принципе у меня здесь дофигища воды. Поэтому почему бы ей не пользоваться. Здесь конечно меньше. Но я бросил и на разбор, где поменьше. Тупо классика, блин. Открыл. Да, проверяй. 0.1 цикл. Тут уже гребаный дождь. Он стабильно с прилетом ракеты происходит всегда. Что за дичь? Почему мне так не прет? Типа я не против бы закрыть. Как это сделать? Мне тут все завалило. What the fuck, man? Раскопать. Спасти рядового дублика. Выбирайся, бро. Да ёж твою налево. Тут-то ладно, бомбежки. Кто-то же прибежал раскапывать. Раскапывай. Здесь мы... Ашкан, я отпускаю тебя. О, правильно, через верх, давай, бро. Давай. Да и твою мать. Ёхт. Ашкан, держись. Прокапывай. Вырывайся. Так, раскапывай пульт управления. Закрыть. Нафиг так жить-то. Что за дерьмо? Ладно, что там привезли-то? Где? Вот. Так, не обе, я 23 кг. Ну я, да, 400 кг я так буду годами набирать, конечно. Ну, из-за смолу на теплоизоляцию опять же привезли. Это отлично, это то, что нужно. По всей видимости, я просто по чуть-чуть совсем привожу этой фигне. Поэтому копить ее долго. Наконец-то водичка сюда начала поступать. Достаточно витиеватым образом, но тем не менее. И у нас наконец-то пойдет нормальное производство кислорода. Что не может не радовать. Так, а водичка идет, напомню, аж вот отсюда. То есть вот отсюда. И вот отсюда. У нас тут полный резервуар с водой. Ну, практически полный, да, ее тут дофигища. Поэтому пусть отсюда забирается. По факту у нас снабжает этот резервуар с водой, хотел сказать, этот гейзер. Это воронка холодного пара. Три электролизера, я думаю, это за глаза и хватит воды. Плюс еще можно на что-то другое тратить. Ну а тут тогда блоками из теплоизоляции выкладываем пол, как минимум. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И, наверное, какие-то блоки здесь по бокам надо будет тоже выложить именно теплоизоляцией. Единственное, из-за смола уже, конечно, отъехала, да? Или нет, еще чуть-чуть. Ну-ка, Гаральд, давай. Жохни, вздрогни. Ты у нас там теплоизоляцию пытаешься замутить. Ну или пытался. Так, будем продолжать. Дышать, конечно, проблема, тут хлор. Воу, он даже без рук умеет. Сильный парень, да. Плюс теплоизоляция, 100 кг. Сегодня, что ли, день заколдованного реголита? У меня вот рабабур один заело, таким же образом он тупо перегрелся. Теперь это вот заело, и он тоже, смотрите, перегревается достаточно бодро, потому что ни черта не может раскопать, а старается. А, Роун, забей. Так, вы вдвоем-то победите его. Блин, крут, конечно, может перезайти. Да, помог перезаход, однако. Теперь бур копает. Ну, этот бур, конечно, не спасло. Он вообще куда-то пропал. Что странно. Ладненько, давай мы тогда сделаем вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Нормально. Поставьте его. По идее, все у нас должно быть хорошо. И этот блок сразу отвалился. Так, подожди, может быть у меня стало больше необия внезапно?
Нет, 94 кг, то есть до 400 мне еще далековато. Вот эти блоки я таки выстроил из идеальной теплоизоляции с теплопроводностью по нулям. Ну, они обычные, но у них теплопроводность 0. Скорее всего, и это пофиксят. Хотя не факт. В любом случае, даже такие блоки делать это достаточно проблемно, потому что надо достаточно большое количество полетов в космос совершить. Ну, тут еще как повезет, да, где пропнет у вас Ниоби. У меня самый первый планет, это вот это самый первый астероид. Самая первая планета, астероид, неважно. Это только в третьем поясе находится. А тут еще полеты-то могут вон куда происходить. Очень далеко. Но это мы уже полетим как бы на жидком водороде туда. Ну и, наверное, пришла пора взять 12-го дублика, но сделаем мы это чуть позже. А на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.